Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. 150 лет прошло, как я последний раз говорил, то что это жизнь ютубера, а не просто начинал серию. Это пописяка, которая работает в рекламном агентстве «Жираф», ну она только сейчас сняла вот эти все билборды. Хоть я за билборды платил на 5 дней вперед, а прошло сколько? Прошло месяц и 10 дней. Как мне повезло, то что не только сейчас сняли мою рекламу. Пока я жду мелкого, сейчас у него урок закончится, я так подумал, то что реклама действительно была эффективная. И многие узнали то, что у нас с Катюхой там вышел новый сезон семейки блогеров в Майнкрафте. Поэтому, сегодня у меня на втором канале выходит новый ролик. Я заинтриговал многих своих подписчиков, когда показал им огромные коробки, и они угадывали, что же находится в этих коробках. И сегодня они узнают в новом видосе на втором канале. Поэтому я сегодня побегу с мелким... Опа! А вот и звонок! Иди сюда, мелкий, иди сюда! Поэтому я сегодня с мелким побегу в рекламное агентство «Жирафик» и вот закажу еще одну новую рекламу, тоже буквально на 5 дней. Ты че в окна стреляешь, хулиган мелкий? Ты дурак? Иди сюда! Опять двойку, да, влепили, небось? Конечно, расстроился. Двойку, да, влепили? Две двойки, да? Родители в школу вызывают. Отчисляют вообще, небось. К училке приставал? Или к мальчикам? Если к мальчикам, я тебе сразу в детдом отдаю. Чё это? Дневник. Кого? Каникулы, пятерка, молодец. Тебе пятерку поставили? Пятерку по какому предмету? Как математика? Пятерка по математике? Внук Эйнштейна ядрить колотить. Да у меня никогда в жизни пятерки по математике не было. Я математику хуже всего знаю. Пятерка! Да там не по математике, там физкультура. Какая математика? Математика. Ты что, у нас такой голова... Да ладно, 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 я так немножко дурачусь. Ты что, у нас такой головастый, значит, мозги вообще на максимум прокачал, да, походу? А подожди, я там еще кое-что видел, да? Что там было? Вот здесь что-то красным написано. Засосал Аленку на уроке. Кого, ёпты? Родители, просьба явиться в школу. Ты Аленку там засосал какую-то? Вот написано, мелкий засосал Аленку. Пятерку получил, а после пятерки решил отпраздновать, небось, да? Аленку какую-то засосал. Мужик, вот это я вырастил мачо себе на голову. Даже не отговаривая то, что ты никого не засасывал. Мелкий молодец. Ты что делаешь? Значит, в какую-то Аленку втюрился, да? В Аленку втюрился. Ай! Посмотрите на него. Мелкий втюрился в кого-то. Хорошо, мелкий, я тебе сделаю потом подарок. С Аленкой тебя там сведу. Но в этой серии я решил тебе сделать некий другой подарок. Я даже не думал, что у меня такой мелкий головастик. А ты, походу, даже математику на пятерку можешь сдавать. Будущий кандидат наук. Будущий доктор коммунальных услуг. Будущий... Мозг НАСА. Короче, будешь, я не знаю, где ты будешь работать, в каком-то Роскомнадзоре или технологии какие-то новые будешь изобретать. Или вообще, не дай бог, где там улицы будешь подметать. А то я не знаю, сможет тебе пятерка по математике в этой жизни помочь. Проходи, милый. Подарочек для тебя есть. Подарочек. Давай. А то знаешь, мелкий, подписчики на меня бомбят. Я вот читаю ваши комменты под каждой серией жизни ютубера, и знаешь, что они мне пишут? Вместо того, чтобы писать, мол, Эдисон, я тебе сейчас там лайк поставлю, запили новую серию жизни ютубера. Вот я хочу видеть такие комменты. И что вы лайки ставите, чтобы выходила новая серия. Или же... Эдисон! Я подписался на твой канал, а то у тебя скоро день рождения, а нам нужно набрать 4 миллиона подписчиков до твоей днюхи. Как бы месяц остался, ребят, нам осталось набрать 65 тысяч. Подпишись, если, конечно, не задница богомола. Знаешь, что вместо этого они мне пишут? Знаешь? Эдисон! Когда ты мелкому купишь штаны? Понимаешь то, что они твою фичу, что ты ходишь без штанов, считают как какую-то проблему. Мне пишут в комментах, чтобы я тебе купил штаны. Вы понимаете то, что мелкий без штанов, это совсем не мелкий. Ну ладно, я сейчас всем это все докажу. Мелкий, заходи в переодевалку, вот туда, в гардеробную. Я тебе там приготовил костюмчик такой, небольшой. В нем ты в школу будешь ходить. А то, мне кажется, в ближайшее время реально тебя оттуда отчислят, если ты каждый день будешь приходить в школу в труханах.
Первая моя коллекция, вторая моя коллекция. Это вообще не то, и скоро выйдет треть. Это что за дичь? Стань нормально, выпрямься, выпрямься. Подойди. Подойди. Это когда ты у мамки хочешь девочкой быть, да? Но у бати с мамкой не девочка получилась. Ты юная принцесса ядрить колотить. Зачем корону напялила? И зачем напялила юбку черную, которая 10 раз больше, чем ты? Мелкий, с ума сошел? Я тебе костюм приготовил. Иди костюм надевай. Юбку на себя напялил. Давай. Аленку засосал, думая, то, что все позволено, да? Мачо, вот это я понимаю. Вырастил себе на голову просто... У меня сразу в голове образовалось несколько вопросов. Ты на войну собрался? Это первый вопрос. Второй вопрос. Откуда ты в моей гардеробной нашел каску и бронежилет? И третий вопрос. Ты дебил? Да, я понял даже. Иди переодевайся давай! Мелкий, ты ядрить колотить, ты можешь напялить на себя ту форму, которую я прям тебе там, ну, перед тобой поставил. Она там стоит на стенде. Просто возьми и напяли ее на себя. Бронежилет откуда-то? Откуда в моей гардеробной бронежилет? Да, пора бы уже открыть наконец-то этот магазин. А то он простаивает, коммунальные услуги я буду платить в следующей серии. Мелкий, ты корову на сало пустил, с нее кожу снял, да? Ты дурак? Это новый супергеройский костюм? Человек-му? Или человек-молоко? Или человек, подай меня, пожалуйста. Иди надень форму. Супергерой недоделанный. Я говорю, Аленку засосал, думая то, что он сейчас самый крутой. Форму надень, или я Аленке скажу то, что ссышься по ночам. Вот Аленка тебя разлюбит после такого. Аленку засосал. Выходи. Выходи давай, выходи сюда. Выйди. Мелкий, я увидел тебя в костюме, я аж сам немножко вспотел. Встань передо мной. Мелкий, если я аж мурашки по коже после того, как я тебя в костюме увидел. Костюм, галстук, джинсы, ля, туфли какие-то. У меня даже мурашки по коже пошли. Прикинь, что почувствует твоя Аленка после такого. Твоя сразу, просто сходу, моментально твоя. Просто зайдешь в школу, она сразу челюсть отвалилась, слюньки потекли, слезки тоже потекли. Если, ну, до тех пор, пока она не узнает, то что ты слышишься по ночам, а я не скажу, если меня слушаться не будешь. Все, не скажу. Только, ну, переставай ссаться. А ты уже заколебал себе постельное белье по 10 раз в день менять? Вот смотри. Ну, как бы, ну, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, это не мелкий даже. Обернись, мелкий, спину покажи. Не жопу, а спину, я сказал. И вот такой мелкий вам нравится больше. Вот тем людям, я обращаюсь к тем подписчикам, которые каждую серию просят, чтобы я уже наконец-то купил мелкому штаны. Вот такой мелкий тебе нравится больше. Да мелкий без трусов не мелкий. Мелкий, тебе так больше нравится самому? Не? Вот если... Ну ладно, сегодня мы с тобой походим вот так. Пошли, у нас с тобой еще много дел. Подарок я-то тебе сделал. Посмотрим, как они отреагируют на это. Я не знаю, мелкий. Короче, отправляемся в рекламное агентство «Жирафик». Я ж тебе говорил то, что у меня сегодня на втором канале новый ролик выходит. Говорил? А то я как бы ютубер, мне еще ролики нужно записывать, выкладывать. Кстати, у меня же есть еще один ролик в запасе с этим сбоем богатого школьника и мелкого. Вот я его выложу на ютуб, а потом выложу ролик на свой второй канал. Все, пошли. Надо рекламку забабахать, я бабки с собой взял, опять на 5 дней закажу себе рекламу. Здравствуйте. Сосу за копейки. Ну на. Приступай. А, фу, это реклама вот этого, реклама пылесоса. Пыль сосу за копейки. Пылесос сосет пыль за копейки. Хуй, извините, пожалуйста, я уже подумал то, что... Ну, кое-что другое подумал. Верни копейки, копейки верни мелкие, а то нужно за рекламу заплатить. Извините, я подумал. Хотя, мне кажется, вы бы тоже не отказались, но... Пошли. Ваша сила в наших яйцах. У тебя есть в яйцах сила, мелкий? Конечно, Аленку-то засосал. Яйца явно сильные.
Они, походу, мелко здесь рекламу везде обновили, пока она здесь не была. Крутой перец. Ну такие труханы я бы тоже не отказался. Ты посмотри. На сильных яйцах крутой перец. Все, что бабам надо. Это Аленка, вот купишь себе такие труханы, Аленка. Ай, Аленка сразу вот это самое, да. Пылесос купит и пыль сосать будет. Мелкий, отвернись, пожалуйста. Отвернись, пожалуйста, эти дебилы рекламируют не то, что надо. Вы тут с ума сошли, что вы рекламируете? Кого, ёпты? Кондосак. Классические. Натянуть легко. А, это носки. Натянуть легко, носки. А я-то уже подумал, другое кое-что натянуть легко. Мелкий, на стол залезь, я сяду. Здравствуйте, Людмила! Давно мы с вами не виделись. В общем, я хочу вам сказать огромное спасибо за предыдущую рекламу. Она мне на самом деле очень понравилась, хоть я не понимаю, почему я ее заказывал на 5 дней, она там провисела месяц и 10 дней. Ну, как бы, мне же лучше возмущаться, нет смысла. В общем, Людмила, вы хороший специалист, ваше агентство «Жираф» хорошее. Реклама у вас, конечно, здесь странная, до сих пор передел форты, похуин, ну хотя бы охуин убрали, зато какие-то странные носки. И там пылесосы сосать у вас любят. Или не пылесосы, все же секретарши, я так и не разобрался до конца. Без слов! Смотрите, у меня сегодня на втором канале выходит ролик новый. Мы там с Катей будем кое-что делать. Я пока что не могу рассказать, потому что это все же интрига, это все же тайна. Ну, если ты хочешь узнать все же, что мы там делали, ты можешь перейти на мой второй канал и сегодня ждать ролик. Он выйдет буквально уже прям скоро. Ну, или уже вышел, зависимо от того, когда ты смотришь этот ролик. С вас так золотых монет. А, ну, то есть, как обычно. Как всегда. Так, сейчас подождите. Держите стак. Это на 5 дней. Хорошо, тогда с завтрашнего дня сделайте опять все билборды, которые есть в городе. Вот, вы убрали. Вот там у нас был билборд, вы убрали рекламу. Короче, сделайте рекламу моего нового ролика. Только нужно заинтриговать, чтобы никто не знал, что мы там будем делать. Чтобы он сам взял и перешел на второй канал. Ну, в лучшем случае, чтобы он на него подписался, да, если, конечно, не подмышка бритой обезьяны. Вот, только нормальные люди подписываются на канал, хорошие. Какашек добавить? На голову себе какашек добавьте. Нет, не нужна реклама с какашками. Вот просто сделайте хорошую, качественную рекламу за стак монет на 5 дней и развесьте просто по всему городу. Единорогов? Да не нужно добавлять никаких единорогов, радуг и прочие вот это все билиберды. Нормальную, здравую рекламу, чтобы нормальный человек понял, что мы с вами рекламируем. Все, завтра жду рекламу, пошли, мелкие. До свидания! Только не добавляйте туда вот эти странные носки, не добавляйте туда трусы, вот это яйца, сила в яйцах, и пылесосы. В общем, хорошую, качественную рекламу. Пошли, мелкие. Да-да, я поняла. Ага, в прошлый раз тоже говорила то, что поняла, в итоге нифига не поняла. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Кого? Шо? Шо тебе надо? Сосу тебе надо? Или пылесос тебе надо? Пылесос надо? Зачем пылесос тебе надо? Не понимаю. Аленке подарить хочешь? Аленке? Нет, не себе хочешь подарить, да? Себе хочешь оставить? То есть тебе нужно пылесос? А зачем... Слушай, у тебя... Я чё-то... Какие-то неправильные у тебя мысли в этой жизни, мелкий. Оставь сосу за копейки этой мадмуазели. Все, давай, до свидания. Пошли, мелкий, пошли. Фух, ну, в общем, дел мы с тобой сегодня прям дофига сделали. Костюмчик тебя приодели. Рекламу заказали. Я тебе предлагаю отправиться в наш ресторан и, наконец-то, его уже от... Ой, пиписяки. Вы когда-то нас в покое оставите с мелким или нет? Ну, здрасте. Я тут хотел извиниться за тот случай. Какой случай? Когда мелкий тебе по щам навалял, и у тебя сотряс был, так это мелкий должен перед тобой извиняться, а не ты перед мелким. То, что я тебе нагрубил. А, это ничего страшного, я же говорю, мелкий уже за меня тебе пару раз вот это... Как мой батя меня учил, тройной хуяк. Хуяк! То, что я мелкого побил немного. Ну да, мелкий, он же тебе тоже нормально так вставил пару разочков. Ну, ладно, как бы, со всеми бывает, главное, чтобы такого больше никогда не повторилось. Поэтому, все, давай. Мелкий, ты его прощаешь? Да не прячься ты за мной, ты его прощаешь? Прощаешь? Ну вот, мелкий тебя прощает.
Мой батя получил зарплату, теперь хату ремонтирует, а мы пока на даче. Ну вот, приезжай. Слушай, ты как бы со мной? Скалотрон, еще за прошлый раз не рассчитался, ты мне еще один стак золотых монет должен. Вот когда рассчитаешься, тогда я подумаю, выпускать с тобой новые ролики или не выпускать. Вот стак, который я обещал. Ля? То есть, Мелкий, мы с тобой только что потратили стак на рекламу и только что этот же стак себе вернули. Вот я называю бизнес пацаны в городе. Спасибо большое! А это Мелкому подарок. Бензин, гаечный ключ. Ты дурак, зачем Мелкому бензин? Он еще толком ничего не соображает. Вдруг нальет себе и выпьет его случайно. Какой бензин? Подожди, а это что? Открой. Мелкий, ты там спрячься за куст? Или не куст? Что это такое? Ты иди сюда, иди сюда, иди сюда. Подожди, подожди, это еще заправить эту колымагу тоже? Отойди. А ну садись. А ну садись. А ну давай, погнали. Вот Мелкий посмотри. Ай! Да ты, ля, посмотри, он сейчас в школу будет на этой тарантайке ездить. И ты понимаешь, что не только Аленка твоя будет, а все девочки в школе твои будут. Ты прикинь, завтра приедешь в школу на летних каникулах. Ну да, Мелкого немножко там оставили в школе на летних каникулах. Он же все же изначально только одни двойки получал, он только сейчас начал пятерки получать. Я даже не знаю, что сказать, Мелкий, у тебя сейчас твое личное транспортное средство есть. В твои 7 годиков у тебя машина есть. У меня даже машины нет, а у тебя есть. Короче, школьник, я вообще без проблем. Ты напиши мне свой адрес, дачи, я приеду, запишем с тобой еще один ролик. Спасибо большое тебе и за стак золотых монет. Я уже думал, что ты меня киданул, а ты нормальным пацаном оказался. Ты еще и Мелкому такой подарок сделал. Ролик, 2 стака золотых монет, как обычно, дам. Если я приду к нему, он даст мне счет 2 стака золотых монет. Ну, как обычно, отправь мне смс-очку или звякни, адрес скинешь, я к тебе приеду. Все, давайте, спасибо большое, спасибо за подарок. Давайте, сваливайте отсюда, нам нужно с Мелким отмыть его новый. Мелкий, а чем бы нам отмыть? Бутылочка воды. Отмывай. Ляп, я даже не знаю, что сказать, Мелкий. Ты посмотри на эту тарантайку, Ну, я вижу то, что тебе нравится, я вижу то, что да. Ну все, и завтра мы пойдем к Аленке. В Алены куда ты втюрился? Завтра-то Аленка и в тебя втюрится, когда увидит такого гонщика юного. А еще... Завтра последний день. Иди сюда, Мелкий. Завтра же третий день. Завтра в ночь мы должны встретиться с этим чуваком в лесу. Который мне звонил на вот этот телефон и говорил то, что через 3 дня он со мной должен встретиться. И рассказать, где Костя. Все же помнят ту серию, когда он мне по почте отправил палец. Кости. Я не знаю, что сейчас с Костечкой, но если ты не видел ту серию, прямо сейчас над мной будет подсказочка. Обязательно нажми и обязательно посмотри, потому что в той серии не только я орал как баба, да еще и Мелкий, как обычно, памперсы загадил. Жуткая серия была. Успокойся, тащи свою колымагу сюда, припаркуйся, садись. Мы с Мелким, ну он в этой серии такой джентльмен, как видите, в галстучке, в пиджачке. Говорим тебе огромное спасибо за просмотр. Дай нам знать в комментах, хочешь ты видеть новую серию жизни ютубера. Ты знаешь, как дать нам знать, написать коммент и, конечно же, влепить лайк у Кости. Спасибо тебе огромное за просмотр, всем удачи и всем па! Ну, а сейчас моя очередь прокатиться. Слушай, реально просто наваливает, наваливает. Да еще и дрифтит ты пос... Ладно, Мелкий, ты давай пешочком... Ага, ну да, попадешь. Фиг там попадешь. Ладно, ты давай там пешочком топай, я отправлюсь к себе домой. Слушай, может мне себе ее оставить? Мелкому-то зачем? У Мелкого да и прав толком нет. А у меня вот есть. Кататься смогу. Телочек клеить. Хотя каких телочек? У меня же Катя есть. Звездюлей пропишет, никакие телочки мне больше нужны не будут. We'll be right back.